Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новый транспорт и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и серия XS. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорово, с вами Маркус. У нас сегодня четверг, началась новая бонусная неделя в GTA Online, о которой вам сейчас все расскажу. Новинок на этой неделе нету, но, как я и рассказывал вам вчера, Таундер Пантера исчезла с магазина Legendary Motorsport. Да, руки ее убрали на какое-то время, когда-то она снова появится. Призовой транспорт на подиуме казино у нас стоит с вами Карин Привьон которая стоит 1 миллион 490 тысяч баксов. Машины, конечно, интересная, но, честно говоря, она мне не понравилась. Но если у вас ее нету, то обязательно выбейте ее на подиуме. Следующее премиальный транспорт в автоклубе LS. Это шедевральный BF вывел, который у нас и так можно бесплатно получить, выполнив некоторые задания. Но если вы хотите его забрать, вам надо два дня подряд приходить в топ-3 в уличных гонках. Задание максимально простое. Можно запускать уличные гонки от двух человек, и вы тогда точно придете в топ-3. Можно взять с собой своего кореша и два дня подряд съездить по одной гонке, и вы спокойно заберете эту машину. Машину, но все-таки я считаю даже оно того не стоит. Машина не особо интересна и нафиг никому не нужна. Если только вы не хотите ее прокачать до кастомной версии. Далее автосалона в люксере автос у нас с вами стоит Enus Paragon R и Progen Emeros. У Симона Албани Гермес Imperor ETR1 Declays Tahoma Coupe Vapit VMG и Declays Yosemite. На некоторые из этих машин имеется скидка на этой неделе. Ну и конечно же переходим к скидкам на транспорт. Первое это скидка 25% на Progen Эмирус. На этой неделе он стоит 2 миллиона 62 с половиной тысячи баксов. Машинка интересная, но управлять ей и особенно гоняться на ней в гонках довольно-таки проблематично. Если у вас руки довольно-таки прямые, то можете рискнуть и попробовать обуздать эту кобылу. Следующая скидка 25% на один из красивейших суперкаров в игре Vapid FMG. Ее нынешняя стоимость 1 миллион 312 с половиной тысяч баксов. Следующая скидка 25% на лампадате комода. Ее обычная цена с учетом скидки

Тысяч баксов, чтобы получить оптовую цену, вы должны пройти ограбление казино и взять этот транспорт как транспорт для отхода. Следующая скидка 25% на Imperer Ether, его нынешняя стоимость 1 половиной тысяч баксов. Следующая скидка 25% на BF Surfer Custom, его обычная цена с учетом скидки 442,5 тысячи баксов, либо же оптовая 331 тысячи баксов, чтобы получить оптовую, вы должны пройти одно из заданий первой дозы. Далее скидка. 25% на транспорт, который недавно раздавали бесплатно, Диклейс Тахома Купе. Нынешняя стоимость 1 миллион 125 тысяч баксов. И последняя скидка это 25% на Диклейс Юсемити. Его нынешняя стоимость 363 тысячи баксов. Это у нас были все скидки на транспорт. Переходим с вами к скидкам на недвижимость. У нас имеется скидка 35 процентов на все ночные клубы. Можете поменять местоположение своего ночного клуба. Также скидка 35% на ремонт ночного клуба и на модификации ночного клуба. Что в принципе я советую в первую очередь установить, чтобы хоть какую-то выгоду с этого всего дела сыметь. Далее по классике жанра у нас идет оружейный фургон. Здесь вы можете со скидкой приобрести ножик без более биту, полицейскую дубинку, атомайзер, тяжелую винтовку, плазматрон и рельсотрон. Кстати, на все оружие скидка 10%, но на атомайзер скидка 30%, так что не упустите свою выгоду, так сказать. Ну а из метательного оружия у нас коктейль молотого, бомба липучка и никотакта мина. На последний две из них скидка 15%. Если также вы хотите сегодня заглянуть в оружейный фургончик, он у нас находится недалеко от автоклуба ЛС. Так что обязательно загляните, если вдруг вы хотите что-то приобрести по скидке. Как обычно, у нас изменились испытания на время и испытания на время на версии, которые я с вами пройду в ближайшее время. Ну а мы с вами переходим к бонусным выплатам. Первое, это у нас ускорение работы техников в ночном клубе на 50%. В два раза больше популярности за прохождение миссии по популярности ночного клуба. В два раза больше денег за популярность ночного клуба. То есть сейчас у нас будет падать сеть по 100 тысяч, а не по 50. И также в два раза больше коробок, которые вы доставляете при выполнении заданий по доставке коробок в ночной клуб. То есть это надо звонить Йохану. Ну и вот и вся бонусная неделя. Да, честно говоря, конечно, то, что нет ничего новенького, неинтересно по сравнению, например, с предыдущей бонусной недели, где было хреново тучу всего, и это меня в первый раз напрягало, потому что большое количество контента за раз, это, соответственно, приводит к тому, что остальные бонусные недели будут просто унылые и скучные. Так оно и есть. Ваше мнение, дорогие зрители, я обязательно жду в комментариях, но у меня на этом все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравился, ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал. Не забудь поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну Но а я с вами прощаюсь и удаляюсь.